Типа, я делаю... Паш, я был такой, я растаял. Не, подожди. Не, смотри, мы поменяемся условно днями. Так. Я проведу день, как Егор Крид. Да, я как Дима Масло. Ты как Дима Масло. Давай. То есть я тебя научу, как правильно по заброшкам ходить. Так. Да, не знаю, какие другие ролики. Я тебя буду учить, как красить нот. Я готов, бля. Сложно будет, но... Я не умею, на самом деле. Ну, я сам себе никогда не красил. Ну ладно. Нет, давай, брат, ты будешь стримить. Ты стримить, потом трек написать. Потом что? Посидеть на голос дети? Проснись. Нет, давай, что, видос такой делаем? Давай. Давай, прикольно. Надо придумать только, чем нагрузить дни наши. Ну да, это удобно, можно кусками снимать, чтобы не там тебе не снимать. Все равно проснемся в одной хате, поэтому. Просто по-разному начнем день. А вот это не бабушка.